на конкурс «Дети читают стихи» для лабиринта.ру. Арипьева Настя, 6 лет, город Орел. Стихотворение Зинаиды Александровой «Подснежник». У занесенных снегом кочек под белой шапкой снеговой нашли мы синенький цветочек, полузамерзший, чуть живой. Наверное, жарко припекало, сегодня солнышко с утра. Цветку по снегу душно стало, и он подумал, что пора, и вылез. А кругом все тихо, соседей нет, он и первый здесь. Его увидела зайчиха, понюхала, хотела съесть. Потом, наверное, пожалел, уж больно тонок ты, дружок. И вдруг пошел пушистый, белый, холодный мартовский снежок. Он падал, заносил дорожки. Опять ему, а не весна. И от цветка на длинной ножке лишь только шапочка видна. И он от холода синея, головку слабо уклоня, сказал: умру, но не жалею, ведь началась весна с меня.